Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцовском городском округе, который открылся в середине февраля. В центре действует система одного окна. У иностранных граждан есть возможность подготовить необходимые документы и подать заявление на получение гражданства Российской Федерации, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также временное убежище в одном месте. Здесь же есть возможность пройти медицинское освидетельствование, перевести на русский язык документы и сдать экзамены. Для удобства работает система электронной очереди. Сегодня каждый пятый обратившийся из Украины или из ЛДНР. Для них действует упрощенный порядок получения гражданства.